Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый влог. У нас очень-очень пасмурно. Не знаю, обещают дожди вовсю. Вот. И, кстати, обещают, у нас даже похолодание будет. Снег вроде как будет. Ну, не знаю, посмотрим. Вот. Сегодня что? Сегодня ко мне приедет Ламода. Я заказала там своим мальчишкам теплую обувь. Ну, как утепленную, да, потому что уже холодает. Вовсю, вот, ну и себе кое-что, как обычно, вот. Ну и так, сегодня, наверное, немного обо всем будет, вот. Так что, да, в принципе, ничего такого нового, сидим дома, ничего не делаем. Ну как, я там что-то шубуршу, все по дому, то погладить, то постирать, то одно, то второе. Ну, в общем, все как обычно, вот. Так что... Сейчас приедет Ламода и покажу вам Ламоду. Ссылочки вам оставлю внизу. Все как обычно. Так, ну что, приехала Ламода. Я вот так вот всю сюда. Они бегают, как всегда. Приехала Ламода. Так, все свалила. Мы на первом этаже обычно мерим. Принесла на второй этаж. У нас очень пасмурно. Сейчас, наверное, будет дождь. Надо будет... Я еще хотела в магазин съездить. С собаками надо погулять. Надо, в общем, все быстро-быстро. Так, это младшему сыночку. Кстати, очень замечаю, что часто покупаю ему вот эту обувь марки Антилопа. Нравится она мне и качеством, и как носится. Смотрите, что там творится у меня опять. Дети. Вот, в общем, вот такие ботиночки, они как кроссовки идут, да, очень легкие, очень удобные. Сыну понравились, и они внутри, ну, тут видно, байка такая. Вот как раз сейчас ходить. И можно там с теплым носочком. В общем, они такие очень удобные. Нет шнурочков никаких. Просто застегнул, и все. Супер. Леофанушка тут. Да, у нас. Так, это у меня... Так, вот такая марка. Time Jump. Да? Давайте баловаться. Это старшему сыну. Вот такие вот тоже ботинки, как кроссовки. Здесь... Нет, здесь не натуральная кожа. Да, здесь искусственная кожа вот эта вот. И, в общем, они понравились. Вот то, что такие желтые вставки, черные. В общем, ну, все как обычно. Моему сыну нравится. 41 размер, но на самом деле они где-то 40-е. Вот, потому что сыну очень хорошо подошли. Они такие свободненькие, тоже, правда, шнурки. Но ничего страшного. Он завязывает вот так вот и носит. В общем, классный. Тоже внутри, как такая вот, видите, байка такая внутри. Очень классные. Дерутся там, вы смотрите. Невозможно просто. Так, еще младшему своему сыну вот такую шапочку заказала. У нас куртка, но, во-первых, здесь, да, такие коричневые вставочки. Ну и плюс мои любят такие яркие аксессуары. Вот, в общем, вот такую шапочку. Но она двойная, но не на морозы. Вот сейчас ходить там плюс, ну, 0, плюс 2, плюс 3, минус 1. Вот как раз самое то. Вот такая вот марка. Вот, но шапочка очень приятная такая. Вот. С черным помпоном. У нас куртка черная с таким мехом. Ну, как такого бежевого цвета. Как раз будет яркая оранжевая шапка. Вот. И перчатки вот такие. Видите, у меня уже все в шерсти. Все вот в этих вот уже засранцах. Вот. Вот такие перчатки. Они двойные, тепленькие. Ну, по-моему, это синтетика. Но это тоже не на морозы. Тоже вот сейчас ходить. Перчатки у нас быстро. Это вот эти Demix спортивные. Вот. Акрил, полиэстер, да. Вот. Но вот на сейчас ходить. Они двойные, прикольные такие. Вот, симпатичные. Да, и вот этого красавчика тоже взяли. Взяли красавчика. Вот. Так, ну, отошли. Отошли, народ. Еще сыну младшему взяла вот такие штаны, они же в садике, ну, гуляют, поэтому такие взяла утепленные, как джинсы, на резиночке, очень удобно, и они внутри идут вот на такой, как бы, байке, тоже вот до теплых шуршащих штанов самое то, причем вот эта вот ткань, она такая, как джинсы, но как прорезиненная джинсы, очень прикольные, они такие широкие вот здесь вот, но при этом очень удобно будут сидеть. Да, народ? Товарищи. Вот это постоянно, вот это все. Она его за хвост таскает, он ее за шею грызет.
общем, постоянно. В общем, вот такие брючки заказала. Так, ну и себе. Себе джус. Уйди, мама, что сказала, а? Себе я взяла вот такой спортивный костюм. Очень классный цвет такой, коричневато-фиолетовый такой. Вот. Что я не могу с ними жить. Они постоянно, вот это постоянно происходит. Постоянно. Джуси. Потише можно? Сейчас обувь тут не попортит. Ничего не оставишь теперь с ними. Вот. Взяла я 46 размер этого костюма. Почему? Потому что он вообще сидит по фигуре. То есть, если 44, то он будет по фигурке сидеть. Но я хотела свободное, поэтому взяла 46 размер. Примерю, покажу, как смотрится на мне, конечно же. Так, здесь что у нас? Благодарю тебя за то, что выбрала меня. Прикольно, мне очень приятно, что меня выбрала такая прекрасная женщина, как ты. Я буду для тебя комфортной, красивой, стильной. Сделаю все, чтобы ты была счастлива. Спасибо тебе за выбор, твоя любимая одежда. Токи Тио, Тино, да? Ну, Джус, вот не могу с вами. Все. В общем, 46 размер. Короче, меня покорило вот этот вот... Берите свои игрушки. Девочки, вот как снимать с ними? Вообще невозможно. Уйди, не надо мне твоя игрушка. На, Леофану отдай. На. Подкладка. Смотрите, какая прикольная. Она очень... Он вроде бы кажется такой тоненький. Вроде как бы ткань такая не сильно прям плотная. Очень мягенький такой. И при этом внутри вот такой вот мега-начес, я это называю. В общем, сейчас тоже ходить вообще отлично. И к ним идут вот такие брючки тоже. Это черная отделка. Здесь тоже черненькие, с кармашками, на манжетиках. В общем, все супер. Я на этом не остановилась, и я заказала себе коричневую шапочку. Но вообще коричневая шапка мне нужна. У меня и, ну, в общем, куртка есть там такая. В общем, вот такую шапочку себе заказала. Она может быть вот так вот. Прямо, да, можно с подворотом. Но мне с подворотом нравится больше. Вот, по цвету, конечно, не очень подходит сюда, но, в общем, буду носить вместе. Слушайте, ну это невозможно же. Вот, и купила себе еще вот такие а-ля ботинки, а-ля кроссовки, да. Ну, я называю это кроссовки зимние. Вот так вот называется марка О2 какая-то. Не знаю, вот 46. Что такое 46? Не знаю. У меня 39 размер. Идут размер в размер. Свободненькие, мне кажется, на широкую ногу хорошо. В общем, вот такие вот кроссовки. В общем, они мне очень понравились. Коричневые такие. Здесь коричневая вставка, высокая подошва. И внутри они тоже на вот такой байке. Они как такие сапожки. Очень классные. Мне очень они понравились. И вот такое вот сочетание мне очень понравилось. Какой-нибудь светлый куртка или что-то в этом духе будет супер. Слушайте, ну это невозможно, вы посмотрите. Это просто, мало того, что они вот так вот играются, они еще громят все подряд. Все подряд громят. Просто. Их игры, игрища, это просто что-то нечто. В общем, так, в общем, ладно, мы сейчас побежим в магазин, потом надо с собаками погулять. Вот, пока дождя еще нет. В общем, костюмчик сейчас вам покажу, и мы поедем в магазин. Так, ну что, вот шапка. Мне очень нравится. Прикольно, мне нравится вот такая вот штука тут. Вот. Такая коричневая, но она вот такая коричневая, мне много к чему подойдет. И сам костюм. Правда, не особо хорошо его видно. Вот. Но сидит прикольно. Здесь вот очень мне свободненько. 44 размер, он как бы более в обтяжку. Я такого не хотела, хотела вот именно такой свободный, да, костюм. Здесь получается он, ну и он длинненький получается мне. То есть вот так вот, здесь кармашек, капюшон, все четенько. Капюшон, кстати, тоже вот с этой начесом, я называю это начес. Вот, и кроссовки. Ну, кроссовки вообще прикольные, они как ботинки такие высокие, все будет закрыто. Все будет тепло, на флисике, как раз вот ходить, ну там 0, минус 1, плюс 2, с курточкой любого цвета, и черная куртка пойдет, и, не знаю, какая-нибудь коричневая, бежевая, какая угодно, вот, так что, вообще очень люблю костюмы, потому что, ну, знаете, когда нужно поехать только забрать детей и зайти за хлебом-булочкой, ну, как бы наряжаться я не вижу смысла, поэтому я обычно
надеваю какой-то костюм, сверху куртку, все, машину, прыгнула, побежала. Мне очень нравится, супер. Так что вот такая вот я красотка. Конечно, я хотела, чтобы шапка подходила под цвет костюма, но так тоже пойдет. Так тоже пойдет, она подходит под цвет ботинок. Странные у меня, да, эти, ну, свои, в общем, всякие мысли на этот счет. Вот. И вот эта белая вставка, ну, они такие прикольные, блин, ботинки, мне так нравятся. Очень удобные, они такие широкие, кстати, вот у меня узкая нога, но они такие широкенькие, на широкую ногу тоже хорошо подойдут. Очень удобные, мягкие, легкие, вообще супер. Вот, главное, что не скользкие, но я думаю, что будут не скользкие. Там подошва такая рифлененькая. Так что, ну, куда я без нового костюма, конечно. Нечто. Надо будет на Васильке тоже посмотреть. Васильке очень хороший тоже костюм, очень качественный. Они сделаны из двух нитки. Вот это тонкая ткань, теплый костюм, только за счет того, что там флис внутри, да, вот этот начес. Начес я это называю. Вот. А в Васильке у них еще и ткань вот эта плотная. Так что надо будет на Васильке еще посмотреть. Может, там что-нибудь новенькое появилось. Да? Вот. Так что костюм супер. Ну все, мы поскакали в магазин. Вот тут с моим старшим сынулькой гуляем. Съездили в магазин за хлебом, булочкой. 2500 мама оставила. Съездили все втроем. Да, втроем съездили. Влад не пошел с нами. Да, он не гуляет с нами, с собаками. А мы в дождь. Идем. Пошли с вот этого моно-женщиной. Да, потому что Бона не прощает, если с ней не гуляют. Ну, будет вечером, я опять выпрашивать. Да, она... Пойдемте погуляем. Ничего. Да, сейчас, говорят, дождь будет усиливаться только, то есть, ну, короче, и завтра дождь, и ночью дождь, и вечером дождь. Послезавтра снежок. Пока не сильно. Да, обещают снег у нас тут уже, минус один ночью, нет, плюс три днем. Ну, короче, неважно, когда. Вот. Поэтому мы... решили погулять. Да, потом приду домой, покажу. И продукты куплю, всякую ерунду, короче, как всегда. Вкусняшки. Да? Где? Где? Так что гуляем. Вот эта мадам, попробуй с ней не погуляй. Ей все равно дождь, не дождь. В итоге она не ходит по большому, как бы. Да. В туалет она, если что, не ходит тут. Она только особо по-бырому. Да. Особо не ходит, она только... Ну, зато вон опаздывает, как всегда, ничего не было. Да. Одна тянет, вторая опаздывает. Вот, так что она чисто так прогуляться. Угу. И не простит нам, если не сходим. Она будет вообще обижаться, будет вся прям страдать, страдалицей. Мы в дождь маленький кружочек сейчас сделаем. Вон там вот. Да. Маленький. Поужим. Чуть-чуть пройдемся. Джуси-то ей вообще не надо гулять. Она, не, ну, как бы, ей пофигу. Эти прогулки все ей вообще не надо. А вот Бона, она обязательно, в обязательном порядке. Каждый день. Вот, например, как хоть маленький кружочек, но надо сделать. Маленький кружочек сейчас делаем. И пойдем. Уже так все. Без листиков желтых. Уныло. Угу. У нас уже вечер. Ну, у нас сегодня целый день, на самом деле, вот так вот. Пасмурно, влажно. Пасмурно, влажно, все хорошо. Собачка злая. Домики тут красивые. Да, Лёва? Вот. Вот такие. Тут тоже новый домик построили, красивый. Здесь так благоустроили все. Так что сейчас приду, покажу вам, что мы из продуктов купили. Так, ну что, показываю покупки наши. А, у меня же дети не просто так со мной поехали. Не для того, чтобы мне помочь. Купили колу. Я поехала купить молоко. Вот такое отборное взяла, потому что оно по акции было. Мне, в принципе, все равно, какое молоко. Так, давайте хлеб булку. Вот этот, кстати, очень вкусный ремесленный хлеб. Ароматный, с итальянскими травами. Очень вкусный. Вот я его снова взяла. И багет вот такой классический. Так, дальше помело розовое. Я его называю помело. Я не люблю его. У меня ест его муж и старший сын. Они очень любят. Вот такой розовый взяли.
240 рублей. Ну, это, конечно же, не просто так со мной поехали, да? С сыром и вот такой вот, ну, по маленькой пачке. Так, помидоры, огурцы. Помидоры, огурцы 92 рубля. Тут у меня вышло 101 рубль помидорчиков немножко взяла. Яблоки вот такие по... Они что-то, да, по 68 рублей. Я почти килограмм. Хорошие яблочки. Какие-то флорина называется. Вот, купила вот такую ветчину. Кусочек корейка домашняя 247 рублей. Дальше. Что тут у нас? Колбаса Папа Может 226 рублей. И вот такой кусочек сыра Костромской 153 рубля. Вот такой вот взяли. Ну и тут еще, конечно же, чебупиццу. Очень они, кстати, у меня любят вот такие вещи. Вот. Дальше. Это такие вафельки. Шоколадные с карамелью и шоколадной глазурью. 104 рубля. Дальше. Вот такие типа чокопай, да, печенье. Карнавал сливочный. 136 рублей. И шоколадки. Вот такие вот они взяли. Кстати, вот эти очень вкусные, но я не люблю мармелад. Поэтому для меня это невкусная шоколадка. Вот такие они. Взрывная карамель, печенье, мармелад. Я мармелад не люблю. Я себе взяла вот такую. Что-то она 119 рублей, по-моему, стоила. Или 120. Видите, вот такая с начинкой трюфельный элит. Шоколад горький. Мне показалось, что должно быть очень вкусно. Вообще такая аппетитная упаковка. Это у нас коммунарка. Да? Фабрика. Вот. Трюфельный лид. Так что вот такие вот у нас были покупки с мальчишками. Сейчас налила себе кофе. Вот с этой шоколадкой. Это просто нечто. Она внутри мягкая. Не фокусируется камера. Мягкая, как трюфель. Конфетка трюфельная, да? Боже, это просто вкуснятина вообще редкостная. Редкостная вкуснятина, девочки. Просто очень вкусно. И я сейчас посмотрела. Производство Беларусь. Да? Вот, город Минск, Республика Беларусь. Я вообще замечаю, что мне очень нравятся белорусские продукты. Мне надо в Белоруссию к вам в гости, наверное, поехать. Честно, вот я замечаю, что вот покупаю что-то молочное, йогурт, там какой-то сметану, еще что-то, там масло, сыр. И понимаю, что мне прям очень вкусно. Очень вкусно. И смотрю производство Беларусь. Вот просто, я не знаю, действительно очень вкусно. Шоколадка вот это просто нечто обалденное. Чувствую, что она, если мои попробуют, они, правда, могут прочитать, что шоколад горький. Он действительно, вот это верх вот этой шоколадки, она горькая, а внутри сладкий, мягкий трюфель. Трюфельная конфетка, сладкая, мягкая. Боже, это нечто. Девочки, не берите, потому что очень вкусно. Вот, да, белорусские продукты, но действительно, действительно очень вкусные. Вот, ну, я не знаю, что даже сказать на этот счет. Хочу в Беларусь. Хочу, кстати, куда-нибудь в Узбекистан съездить. Или что-то в этом духе, да? Ну, куда-то в ту сторону, я бы так сказала. Потому что мне тоже нравится еда. Всякие лепешки, всякая вот эта вот. И Белоруссию. Чувствую, надо мне. Нет, я шучу, конечно. Но действительно очень вкусно. Вот Беларусь прям молодцы. Вот. Нагулялись, кому-то не угомонится. А кто-то вон все, отдыхает, ужина ждет. Но ужинать еще рано. Сейчас покормлю. Попозже. Время еще рано. Хотя у нас уже темно. А у нас, кстати, еще шарики с дня рождения летают. Вот. Так у нас, видите, уже совсем темень. Темень прям. Вот. В общем, отдыхает. Потом вечерком ее покормлю, и все, пойдет спать. А это муж приехал с работы и привез нам суши-роллы. Роллы, да? Такие суши-вок. Он там все время, ну, не все время, но очень часто там покупает. Они очень вкусные. И, ну, в общем, классные. Вот, будем сегодня ужинать. Что-то он прям разошелся, много купил. Но дети у меня тоже едят. Вот это сладкие. Я, кстати, первый раз буду пробовать сладкие роллы. До этого ни разу их не пробовала. Ну, и тут все стандартные с огурчиком. Это у меня дети едят, очень любят. Вот, так что
А всем, кто кушает, девочки, приятного аппетита. Но мы прям любим суши-роллы. Хотя иногда бывает надъедают они, честно признаюсь. Ну что, мы поели? Очень вкусно. Вот эти роллы сладкие, они очень вкусные. Правда, они с бананом. Я не люблю бананы, поэтому не особо мне понравилось, но вкусно. Но это чисто мое, потому что я не люблю бананы. А, переделала маникюр. Сделала себе все-таки темный. Не знаю, что мне вот осенью прям темный лак очень сильно заходит. Сейчас уже пойду в душ. В общем, сегодня ничего не делала. Сходила в магазин, погуляла с собаками. Приняла заказ Ламода. Прям приняла, да, как это. В общем, тут лампочки перегорели. Свет плохой. В общем, как всегда. Сделала маникюр. Ну, стирку там повесила. Стирала же не я, стирала стиральная машина. Поэтому, ну, такое. В общем, сейчас пойду в душ. И пойду спать. Что-то сегодня, ну, видно из-за того, что пасмурно, у нас дождь уже начался. Как-то, знаете, такое состояние сонное такое. Пасмурно, у нас сегодня темно, целый день пасмурно. Дождь сейчас идет, в общем, как-то не очень. Вот. Да и вообще, я по приезду, как приехали, я все что-то то убирала, то стирала, то гладила, то что-то наготовить надо было, это. И сегодня, в общем, решила, ну, нафиг все, ничего не хочу. Вот как-то так сегодня я. Да мужа попросить, чтобы лампочки поменяла, а то у меня совсем тут темно, да? Вот, в общем, на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!